Мошенники спекулируют на доверии самоизолированных граждан. В социальных группах сейчас распространяется информация о денежных выплатах всем, кто на жестком карантине. Это фейк. Люди, открывая паблики, теряют средства с личных счетов. Все то, что сейчас происходит, и посмотреть, какие социальные выплаты положены той или иной категории граждан, тем более человеческих непонятных денег, это все мошенничество. Ни в коем случае не надо открывать данные страницы. Есть телефоны горячих линий, есть телефоны тех учреждений, которые выплачивают за различные социальные выплаты. Необходимо по ним позвонить, вам там все разъяснят и расскажут. Оперативники призывают ангарчан в это непростое время быть бдительными и доверять лишь официальным источникам информации.